Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Парк Героев Пожарных – красивое название, появившееся всего несколько лет назад. С 2018 года так официально называется зеленая зона на улице Димитрова, почти вплотную к станции метро Проспект Славы. Во всех современных европейских столицах и крупных городах есть сады, разбитые на территории бывшей промзоны. Петербург давно не исключение. В 20 веке на территории нынешнего парка пожарных располагались глиняные карьеры кирпичного завода. С них-то все и началось. Когда добыча глины прекратилась, карьеры полностью затопила вода, и получились глубокие многометровые озера, даже с островами. К тому моменту сюда плотно подошла городская застройка. Внезапно озера стали местом отдыха горожан, хотя купаться в них по сей день категорически не рекомендуется. Ну, мало ли что может быть на дне бывшего промышленного карьера, не стоит рисковать. Только в 2018 году на этом месте удалось разбить регулярный парк, который назвали в честь пожарных. Теперь кругом высотные новостройки, так что нехватки посетителей здесь точно не ожидается. Парк по-прежнему в состоянии доработки, и как раз нынешним летом переживал масштабное благоустройство. В частности, проблемой оказался скейт-парк. Он огромный, на фотографиях выглядел очень эффектно и привлекал людей со всего юга города, но по итогам минувшей снежной зимы объекты оказались в аварийном состоянии. Теперь будущее комплекса под вопросом. Печально, если такой большой спортивный объект в итоге исчезнет. Следует приложить все усилия к тому, чтобы его сохранить. На краю парка у многоэтажек имеется воркаут, да не простой, а уже немножко знаменитый. В июле здесь проводился отборочный этап чемпионата России по воркауту в спортивном двоеборье и фристайле. Да, по отжиманиям и подтягиваниям тоже проходят чемпионаты. Так что если вы за время карантина научились делать 100 отжиманий под музыку, у вас есть шанс взять золото. Или хотя бы медаль. Впрочем, главная сила этого места не на земле. Эти самые озера-карьеры – уникальное для Петербурга водное пространство. Большая водная гладь, но не в историческом центре. Здесь практически нет туристов, пока во всяком случае, так что раздолье для местных спортсменов. Карьеры парка облюбовали купчинские любители вейкбординга. Это когда серфер летит на канате за катером или по специально проложенной канатной дороге. В парке пожарных для этого все условия, причем здесь достаточно свободного места для установки трамплинов, по которым можно весело прыгать. А если вы живете поблизости, то это вообще исключительный случай. Целый водный комплекс прямо под окном. Разумеется, к вейк-станции прилагается прокат сапов, о которых мы уже рассказывали в предыдущих выпусках. Хотя по озеру на них ходить не особо интересно, но если вам просто нужно прикоснуться к воде, то почему бы и нет? Это очень необычный озерный оазис посреди южных спальных районов. Со временем здесь может развиться целый водный комплекс, но и сейчас есть чем заняться. We'll be right back.